Я с вами Чеховский и хотел познакомиться с тобой. Ты сходишь со мной в кино, в театр? Ну, я же тебя совсем не знаю, нет, конечно. Я бы хотел, чтобы ты сходила один раз. А зачем? А откуда ты меня знаешь? Я видел тебя по телевизору. Ого. Ну, смотри, я не могу с тобой сходить. Нет, ну это вообще не вариант. Ну, мне не нравится, как ты одет. Значит, почему? Я шулявка-спонсор. Ну, не надо. Это вообще... Это не формат для тебя. Это вообще не мой стиль. Не, ну, правда, хоть бы пиджак одел на свидание. Ну, я видел тебя по телевизору, ты была тоже такая, как я, не формат. Я старался. А, ну видишь, жизнь, я же другая, интеллигентная, элегантная сука. А может мы с тобой потом сделаем? Нет, не хочу, правда. Я тебе признаюсь, от тебя просто не очень приятно пахнет. Ты когда последний раз мылся? 2 часа назад. Блядь, ну... Я бежал, спешил к тебе. Используй, пожалуйста, какой-то дезодорант после душа. Правда, очень разит просто. Это чувствуется, я не могу с тобой танцевать. Тань, дай ему шанс. Одну попытку. Да ну. Одну. Боже мой, даже не знаю, как его... Ты Слава? Тебя Слава зовут? Да, Славик Тихонский. Ну, и ты что, действительно хочешь со мной увидеться? Да. Бля. Боже мой, я очень много матерюсь. Вот ты подошел, я начинаю материться. Не надо, я тоже матерюсь, но я на тебя все готов. Смотри, на все готов? Да. Он говорит, он раз у меня на все готов. Что делать? Не знаю, меха, бриллианты. Слушай, давай мы тебя хоть клубничкой угостим. Ты давно кушал? Да. Возьми. Кушай, оно съедобное. Клубника зимой. Да, клубника зимой. Ну, у нас клубника есть. Ну, это легко, в принципе, клубника, да, что это нравится. Подлежики тоже не возьмите. Ты слышал, что сейчас ищут девчонок Виагру? Да. Ну, если ты готов на все, пройди кастинг Виагру и желательно попади в тройку Виагры. Ты можешь перекраситься в рыженькую, например. Я-то не попаду, у меня голоса все равно нет. Вот, ты постарайся им спеть. Ну, как-то вырядись, как телочка. И я хочу увидеть это видео, вот, подтверждение. И, да, если ты справишься, я тогда пойму, что ты действительно крутой чувак. И мы сходим куда-нибудь с тобой. Хорошо. Я постараюсь сделать. Да, все, до свидания. Срок. Вот так, Ася. Надо четкий срок. 16 декабря. Да. Ну все, да. И давай, 16-го идешь на кастинг, 18-го я жду от тебя видео. Я пришлю ВКонтакте тебе. Да, хорошо. Хорошо. Да, все, не мешай мне кушать. Удачи. Да, пока. Другой мир, это не средство, это цель. Другой мир, другой мир, ты найдешь на сердце. Тут не бывает доктор Дре и 50 Cent. Другой мир, это я и он в моем лице. Другой мир, это не средство, это цель.